мы решили свою палитру красок внести в красоту города нашего. Новенькие пазики выстроились в ряд на набережной, как на парад. Часть из них уже вышла на маршруты, а 40 машин будут ждать очередного этапа конкурса на пассажирские перевозки. На сегодняшний день вот из 60 автобусов, сегодня 20 автобусов пойдет вот по второму этапу конкурса, в котором мы победили на маршруты, и выйдет уже там в сегодняшние, завтрашние дни на маршруты города. И 40 автобусов будет участвовать в третьем этапе конкурса. Автобусы приобретены специально к конкурсу по лизингу. Это первый контракт в городе Оренбург с компанией «Автотрейд» на поставку 40 единиц новых автобусов. Но надеемся, что мы и дальше будем работать в городе Оренбург. Оплата по лизингу стала возможной после того, как городская администрация стала наводить порядок в сфере пассажирских перевозок, приняв такие условия конкурса, где главное – это безопасность пассажиров и гарантия работы на маршрутах для предпринимателей. И результаты такого сотрудничества власти и перевозчиков уже налицо. За этот год частными перевозчиками приобретено 230 единиц подвижного состава. По сути дела, за два этапа проведения конкурса перевозчики инвестировали в транспортную систему Оренбурга порядка 300 миллионов рублей, приобретая новые машины и улучшая тем самым качество обслуживания пассажиров. Изменился подход. Конечно, есть еще какие-то вопросы, но изменился подход. И всеми, кто когда-то совсем не так давно высказывал недоверие власти, в том числе и перевозчики, мы нашли общий язык, официальный общий язык. И самое главное, что частные перевозчики нам поверили. Как пример такого доверия работа предприятия «Автотрейд», которое успешно прошло первые два этапа конкурса и уверенно идет к третьему этапу, итоги которого будут подведены в октябре. Будущее за достаточно крупными предприятиями, которые имеют всю базу, и ремонтную базу, и медработник, и контроль на линии, и механики на выпуске и так далее. Вот будущее за этими предприятиями. Михаил Белов, Владимир Семенов, «Наше время».